Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я Аза Кашапова расскажу, что нас ждет за окном в понедельник, 15 апреля. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, без осадков. Днем ожидается потепление до плюс 9, ночью наоборот, похолодание до минус 9, порывы ветра 7 метров в секунду. В южных районах солнечно, днем плюс 16, ночью минус 5, скорость ветра 8 метров в секунду. В западной части Бурятии малооблачно, без осадков. Днем потеплее до плюс 13, ночью минус 3. Порывы ветра до 10 метров в секунду. В Кяхте также солнечно. Днем плюс 16, ночью минус 3. Скорость ветра 8 метров в секунду. В Улан-Удэ погода аналогичная Кяхте. Днем солнечно, синоптики обещают 16 градусов тепла. Ночью минус 3. Порывы ветра до 6 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова. До скорых встреч! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа- и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.